петь, танцевать, готовить, держать себя на сцене. В заключительном этапе конкурса «Мисс Саровская дивизия» девушки соревновались в далеких от армейских будней вещах. Но и здесь им пришлось выполнять нормативы, хотя и шуточные. Например, отделить фасоль от гороха и на время зашнуровать берцы. Зашнуровать ботинок у себя на ноге – это дело знакомое. А вот когда он стоит на столе, здесь значительно сложнее все. В финал вышли 6 девушек из различных подразделений дивизии. Людмила Фадеева приехала на соревнования из Балакова Саратовской области. И самым сложным в конкурсе, по ее словам, была именно поездка в Саров. Ехать пришлось с 3 пересадками. С нормативами и заданиями она справилась легко, хотя в Росгвардии Людмила служит меньше года. Наверное, это у меня в крови, я тоже хотела, это было мое огромное желание. Ну и характер он сам по себе такой, что... Говорит, иди в армию служи. Мария Салтыкова тоже недавно пришла служить в Росгвардию. Говорит, что исполнила свою детскую мечту. В финале конкурса она чувствовала себя уверенно. Самое сложное было подготовка. Изначально вроде бы казалось, времени много, да? Что-то какие-то планы были, что-то придумать новенькое, интересное. А с другой стороны, времени не было совсем. Но все же им удалось удивить и поразить членов жюри. В конкурсе «Кухонный наряд» девушки угощали их своими кулинарными шедеврами. Оценки выставили только после дегустации. У всех 5 баллов. Сложнее было оценить творческие способности конкурсанток. Настолько разными были номера. Кольца, серьги, часики, деньжонки, все, что есть, на бочку и живей. Командиры воинских частей были приятно удивлены талантами своих подчиненных. Их артистизм, вокальный и декламаторское искусство проникли в самые потаенные уголки офицерских сердец. Ну, наверное, самое большее это, помимо шуточных, наверное, самое большее это конкурсы, связанные с живым исполнением песни, стихотворения. Очень трогает, берет за душу, как говорится. Бесподобно. В конкурсе не было проигравших. Каждую из участниц отметили и наградили. За свои таланты они удостоились звания мисс зрительских симпатий, оригинальность, артистизм, очарование и грация. Победила в конкурсе и завоевала титул мисс Саровской дивизии Мария Салтыкова. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.